Приветствуем наших подписчиков и гостей канала «Эзотерика для тебя». Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы с вами поделимся самой актуальной информацией на 20 ноября 2021 года. Поговорим о народном празднике, которым сегодня встречают. Также поговорим о том, каком праздник сегодня в православной церкви, какая почитается икона сегодня Божьей Матери. Также сегодня уделим внимание тому, почему именно в этот день нужно обязательно покормить птиц, как это сделать правильно, чтобы вас не сглазили и не забрали у вас удачу и финансовое благополучие. Поэтому обязательно досмотрите это видео до конца и, конечно же, как всегда, уделим внимание лунному календарю. Все более подробно далее в этом видео. Прямо сейчас подпишитесь на канал «Эзотерика для тебя», ставьте лайк этому видео и обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви и гармонии. Итак, друзья, народный календарь на 20 ноября 2021 года. И сегодня отмечается день, который получил название Федот Ледостав. В этот день в церквях вспоминают священномученика Феодота. В народе же этот день прозвали Федотовым или Федот Ледостав. Также сегодня, 20 ноября, православная церковь почитает память Феодота Анкирского, корчемника, мученика, который пострадал за веру во Христа. И сегодня, 20 ноября, почитается икона Божьей Матери с младенцем взыграния. Поэтому сегодня, 20 ноября, закажите молебен под названием «Взыграние». Заказать его могут беременные женщины. Считается, что после этого появившийся на свет ребенок вырастет крепким и здоровым. И Федот покровительствовал всегда рукоделию. Потому 20 ноября девушки традиционно занимались ткачеством и прядением. А вот вязать сегодня было нельзя, по народным приметам было запрещено. Перед тем, как приступать к работе, молились перед иконой Божьей Матери, чтобы она помогла им в деле. Считалось, что если сегодня поработают успешно, то и рукоделие зимой будет удачным. В отдельных селениях мастерицам на Федота делали заказы за большие деньги соткать лен или же сшить одежду. Поэтому рукодельницы старались не ударить в грязь лицом. С 20 ноября начинался ледостав, которого все ждали с большим нетерпением, ведь в первую очередь это означало начало подледной рыбалочки, а во-вторых, возможность уже перемещаться по замерзшим водоемам. Хотя, с другой стороны, с этого дня и начиналась гололедица, и поэтому нужно было ходить с особой осторожностью. Детям же 20 ноября строго-настрого запрещалось ходить на реку. Родители волновались, что лед еще не окреп и был большой риск попасть под воду. На Федота строго следили за поведением беременных женщин. Сегодня они обязательно должны были много молиться, быть доброжелательными. По народным приметам считалось, что только при этих условиях ребенок родится и здоровым, и крепким. Думы будущей матери должны были быть светлыми сегодня, иначе весь негатив перейдет на малыша. Запрещалось сегодня ей и употреблять в пищу на ходу, иначе кроха родится неугомонным. Также в народе бытовала примета, что лентяем вырастет дитя у той матери, которая 20 ноября будет много спать. Рожденные в этот день считали, что это люди очень трудолюбивые будут и честные. Их ценят как хороших работников, а в качестве талисмана они могут использовать топаз. Конечно же, сегодня, 20 ноября, в день Федота Ледостава, были и приметы, которые запрещали делать то или иное. Итак, народные приметы и народный календарь предупреждают нас о том, что нельзя делать 20 ноября в день Федота Ледостава, чтобы не привлечь в свою жизнь беды, неприятности, горести и проблемы. Поэтому сегодня нельзя было проявлять неуверенность
и нерешительность, которые мешали реализации задуманного. Надо было собраться с мыслями, избавившись от всех сомнений, и начать действовать, поскольку пассивность может только сегодня навредить. 20 ноября было идеальное время для тех, кто из-за своих фобий откладывал все важное на потом. А сейчас все получится, поэтому главное было начать. Также народные приметы запрещают в день Федота ледостава рыбакам сегодняшний улов продавать. Из рыбы надо было приготовить разные блюда и обязательно угостить ими гостей, которые принято было приглашать на ужин 20 ноября. А после того, как все будет съедено, косточки необходимо было собрать все вместе и кинуть в снег. Если в этот день не было снега, надо было дождаться ближайшего снегопада. Считается, что такой ритуал в следующий раз рыбаку поможет поймать еще больше рыбы. Не стоило женщинам 20 ноября забывать и о рукоделии, так как все, что будет изготовлено сегодня, будет прочным, красивым, а также защитит от бед и невзгод тех, кто станет эту вещь носить. Так беременные рукодельницы одежду, связанную или сшитую 20 ноября, могут подарить женщине, которая никак не может зачать ребенка, чтобы она поскорее стала матерью. Также сегодня, в день Федота Ледостава, беременным женщинам нельзя было думать о плохом, иначе весь негатив перейдет на ребенка, а роды пройдут тяжело. 20 ноября будущим мамам нужно как можно больше было молиться и находиться в позитивном настроении. Тогда малыш будет здоровым и счастливым. Кроме того, в этот день беременным нельзя было бездельничать, иначе малыш считал, что вырастет бездельником. Также нельзя было 20 ноября гонять птиц, их наоборот надо было покормить. И тогда за их доброту и милосердие считалось, что Федот одарит счастьем и достатком. И далее в видео мы с вами проведем один ритуал на привлечение достатка и благополучия в вашу жизнь. Поэтому обязательно досмотрите это видео до конца. А если возле вашего дома повесить кормушку и не забывать ее наполнять, то в семье вашей всегда будет любовь, взаимопонимание и уважение. Итак, друзья, сегодня 20 ноября обязательно проведите ритуал на привлечение достатка, благополучия и изобилия. И обязательно покормите птичек. Желательно, чтобы когда вы будете кормить птичек, вне зависимости, что это будут за птички, главное, чтобы никто, или вот желательно, чтобы никто не видел все-таки сам процесс кормления птичек. В крайнем случае, если вам деваться некуда, и люди в любом случае будут, которые захотят посмотреть на это представление, особенно это маленькие детки, то с родителями, то тогда мысленно заключите себя с птицами в круг и скажите следующие слова: «С глаз, от чужих глаз долой, иди стороной». Кормить вы можете и пшеном, и то есть любыми крупами. Есть хлебушек, крошки, кормить их крошками. И следующие слова: на богатство нужно сказать 3 раза непосредственно уже перед тем, как вы будете кормить птичек. После чего корм больше не добавляйте. Итак, слова следующие: птица к птице, стая к стае, деньга к деньге, все ко мне, деньгам ко мне плыть, удачи меня помнить да любить, небо на прибыток благословляет, аминь. Итак, друзья, 3 раза сказали, и далее покормили и ушли домой. Желательно в это время ни с кем не разговаривать после того, как птички съедят тот корм, который вы им приготовили. Ну, а далее, друзья, у нас с вами лунный календарь на 20 ноября 2021 года. Сегодня 16 и 17 лунный день.
Луна находится в знаке зодиака Близнецы, и уже считается, что начинается потихоньку убывающая Луна. Хотя помните, 19 ноября у нас с вами было и полнолуние, и лунное затмение, и начался коридор затмений. Мы об этом говорили в ранее видео, поэтому обязательно зайдите на канал Эзотерика для тебя и посмотрите эти видео. Возьмете для себя много полезной, важной информации и будете знать о том, что нужно сделать и как себя вести до 4 декабря 2021 года. А сегодня, 20 ноября, миром управляет гармония, равновесие, спокойствие и умеренность. Очень важно поймать сегодня эту волну и следовать за ней, чтобы в стороне не остаться и не потерять такой чудесный в энергетическом плане день. Сегодня все работает на умиротворение. Символы этого дня – бабочка и голубь. Они символизируют собой душу и легкий переход из одного мира в другой. Даже знаком зодиака этого дня являются близнецы, которые стремятся все уравновесить и привести в состояние гармонии. На одной чаше весов у нас с вами будет наша грешная земная телесная жизнь, а на другой чаше наше духовное существование. Все это в любом случае сегодня отразится на нашем настроении. Конечно же, энергетика этих лунных суток все-таки гармонична. Это чистый, светлый и спокойный день. Пришло время отдыха от напряженных и активных действий. В этот период у нас будет действовать, Луна будет действовать положительно, потому что она поможет нам в поисках друзей, позволит получить положительную оценку от окружающих, будет способствовать принятию определенного места в коллективе, а также адекватно реагировать на все, что связано с духовным ростом, свободой, объединением людей, которые имеют общие взгляды на жизнь. Поэтому сегодня очень хорошо получать и обмениваться информацией, а также совершать короткие поездки. Обычно сегодня вы сразу можете уделить внимание нескольким делам одновременно. Конечно же, у многих возникнет желание сразу браться за все. Опоздание, нарушение связи и графика движения транспорта, а также перебои в электроснабжении могут быть или увеличение в число краж. И все это относится к влиянию Луны в знаке зодиака Близнецы. А с другой стороны, многие люди будут идти легко на контакт, будут стараться быть свободными. Также сегодня увеличиваются возможности в получении и передаче информации, обмене мыслями и идеями. Сегодня люди желают быть в курсе всех событий, которые происходят вокруг, хотят знать о жизни и о занятиях других. И хотят повысить настроение через какие-то посиделки, через сплетни, через какую-то болтовню. Но сегодня ни в коем случае не проявляйте агрессивность, не стоит доказывать свою правоту, кричать и размахивать руками. Нельзя сегодня включать громкую музыку и вести себя вызывающе. Лучше всего провести этот день в уединении, быть тихим и скромным. Неплохо бы заняться домашними делами. Особенно полезно все, что связано с очищением. Мытье полов, стирание пыли, принятие душа. Также сегодня полезна неспешная пешая прогулка. Что же касается бизнеса, денег, то служебное рвение остаться в стороне, но оно не принесет сегодня вам положительного результата. Серьезные дела лучше отложить. Крупные договора не заключайте. Ключевые деловые решения пусть подождут до завтра. Крупные финансовые вопросы предпочтительнее дать им отсрочку. Благоприятно сегодня заняться генеральной уборкой на рабочем месте. Приводите в порядок дела, наводите чистоту на своем рабочем месте. Также отдавайте старые бумаги в архив, выбрасывайте все лишнее. Также день сегодняшний подходит для творчества, музыки, поэзии. Обязательно найдите время для любимого занятия. Что же касательно стрижки волос, то сегодняшний день не сулит ничего плохого. Все же не ждите ничего позитивного от посещения стилиста или парикмахера. Работа
даже лучшего мастера может губительно повлиять на вид и здоровье волос. Поэтому стрижка, сделанная 20 ноября, приведет к предательству со стороны коллег и близких родственников. Обращаем ваше внимание, что сегодня редкий день, когда нужно прекратить гонку и вот просто отдохнуть. Имидж, измененный при помощи прически, вас сегодня расстроит. Форма не будет держаться, и прическа очень быстро распадется. И вы этим вряд ли что-то сделаете. Для душевной гармонии окрасьте волосы в темные тона, но натуральными красителями. И что же касательно самой прически, то волосы лучше всего собрать сегодня в пучок. В этот день можно отдохнуть, расслабиться и побыть наедине с собственными мыслями. Сегодня мы рекомендуем всем соблюдать спокойствие, не нарушать никакими действиями внутреннего комфорта и мира в душе, ибо символ этого дня – умеренность.